Семейка! Привет, ребята! Меня зовут Ева, и у меня для вас потрясающая новость! Сегодня мы с вами откроем вот такой вот замечательный набор из трех горшочков. Мне так интересно, что же там есть. Давайте же скорее его откроем и узнаем, что же там все-таки внутри. Давайте посмотрим, что написано на коробочке. Так, первый горшочек – это эксклюзивная куколка-цветуля с двумя аксессуарами. Вау! Второй – это эксклюзивная куколка-цветуля с двумя аксессуарами, так же, как и первая. А третий горшочек совсем другой. Тут есть два питомца, три пакетика с семенами и лист с наклейками. Вау, как тут много всего! Давайте скорее откроем этот набор. Опа! Так, что я вижу? Я вижу много всяких пакетиков. Так, цветок. Посмотрим, что же тут у нас. Так, попробуем собрать содержимое первого пакетика. Так, у этого горшочка должны быть вот такие стенки. Вот это вот сюда. Вот это. Сейчас. А вот это. Так, что-то у меня не выходит. Давайте посмотрим, что есть в другом пакете. Вдруг там есть какие-то нужные детали. Так. Открываем. Во втором пакетике была голова самой цветули. Давайте же все это соберем. Так, это, наверное, сюда. А это сюда. О, какая красивая голова у нас получилась, как настоящий цветочек. Давайте наконец-таки полностью соберем нашу цветулю. Прицепляем сюда. Опа! Посмотрите, как прикольно получилось. Мне так нравится. О, посмотрите, в этом пакетике еще есть ее сумочка. Давайте скорее откроем ее и посмотрим. Вот я и достала ее сумку. Так, это, видимо, ее веер и ее красивая зеленая сумка. Ну-ка, это сюда, а веер? Ой, у нас осталась лишняя деталь. Прицепляем. Вау, какая красота у нас получилась. Наша маленькая цветуля самая настоящая леди. Она мне так нравится. Она такая красивая, и с бусиками, и с красивой прической, и с веером, и с сумкой. Вау! Давайте скорее посмотрим, что же у нас во втором горшочке. Так. Опа! С виду самый обычный горшочек. Такой же, как и первый. Но мне кажется, что содержимое этого горшочка очень сильно отличается от содержимого первого горшочка. Так что давайте откроем второй горшок. Опа! Тут нас встречает еще один цветок, только он немножко другой. Он более зелененький. Так, что там у нас дальше? Инструкция. Пакетики. Опа! Откладываем. Давайте откроем первый пакет. С виду все то же самое, только разные цвета. Разный цветок, разные аксессуары, да и горшок другого цвета. Давайте его соберем. Так, это вот сюда. Это вот сюда.
Такс. Это вот сюда. А где же голова нашей цветули? Опа! Вот и она. Давайте ее соберем. Так. Опа. И хоп. Готово. Ура! Мы ее собрали! Теперь нужно открыть ее аксессуарчики. Так, что это тут у нас? Это у нас зеркальце. И ее вот такая вот модная сумка. Так, сумочку мы одеваем вот сюда. А зеркальце в другую ручку. Смотрите, какие у нас модные две наши цветули. Они мне так нравятся. Они прям настоящие леди. С заколочками, с сумками. Мне кажется, эти цветули самые настоящие две подружки. Даже лучшие. Они такие разные. Но они мне так нравятся. Они такие элегантные, такие красивые. Ой. Красотки. Так, что это тут у нас? Так, давайте-ка посмотрим. Здесь написано то, что детали всех куколок совместимы между собой. Да, мы это уже заметили, когда собирали наших цветуль. Шляпка-цветок превращается в заколку для волос. Ух ты, как круто! Так, два сюрприза в горшочке. Давайте посмотрим, как можно прикрепить эту заколку к волосам. Так. Видите, тут есть специальная заколка. А ну-ка, давайте-ка проверим. Опа! Посмотрите, какая у меня теперь красивая заколка. Прям настоящий цветочек. Так красиво! Мне кажется, то, что мне идет. Красота! У нас остался самый последний, третий горшок. Очень интересно. Готово. Постойте-ка. У нас еще в этой коробке есть самые пресамые настоящие семена, которые можно вырастить. И у вас будут настоящие цветочки. Опа! Так, что у нас тут есть? Тут есть у нас всякие красивые цветочки, все такое. Так, давайте-ка откроем наш горшок. Оп! Так, здесь есть лист с наклейками, как нам и говорили. Смотрите, тут наклеены всякие бабочки, стрекозы, пчелки, божьи коровки, цветочки. В общем, все в тематике наших цветуль. Так, у нас еще тут есть два питомца. Давайте посмотрим, что это же за питомцы. Так, это, видимо, гусеница. Посмотрите, какая она модная. Какие у нее огромные глаза. Ну-ка. Опа! Так, поставим ее к нашей цветуле. Кто же у нас там еще есть? Ну-ка, ну-ка. Ух ты, посмотрите, какой кузнечик. Я никогда не видела розовых кузнечиков. Видела только зеленых. И то они были маленькие. А это посмотрите, какой яркий кузнечик. Тут он и розовый, и фиолетовый, и даже голубой. Это, видимо, кузнечик вот этой нашей цветули. Давайте-ка украсим этот горшок моими цветными наклейками. Обожаю наклеивать наклейки. Давайте же начнем. Начнем с бабочек. Бабочек приклеим вот сюда. Другую бабочку приклеим куда-нибудь вот сюда. Третью бабочку приклеим вниз. А четвертую бабочку приклеим сюда. У нас есть три стрекозы. Одну стрекозу мы приклеим
Например, вот сюда. Вторую стрекозу приклеим вот сюда. Ну, а третью стрекозу приклеим, ну, например, вот сюда. Посмотрите, какой красивый горшок у меня получился. Так, наверное, эти семена нужно сажать в землю. Пойду-ка я спрошу у мамы, как же это делается. Обязательно напиши в комментариях, какая цветуля тебе понравилась больше, первая или вторая. Обязательно поставь лайк этому видео и подпишись на канал. Ну а с тобой я прощаюсь до следующего ролика. Пока! Поиграй-ка! Всем привет, ребята! С вами Ева. Вы любите мороженое? Я обожаю! И летом, и даже зимой. Сегодня я вам покажу мороженки Squishy Style. Мороженки Squishy Style – это команда куколок, которые прячутся внутри вафельного стаканчика. Всего их 10 видов. Банана-сплит, соленая карамель, лакричный тоффи, сахарная вата и другие. У каждой куколки свой неповторимый стиль. Давайте-ка посмотрим, что же в этой красивой коробочке. Такс. Опа. Такс, тут я вижу это. Давайте-ка попробуем их открыть. Посмотрите, какие тут мягкие прически. Раз, два, и три. Посмотрите, каких красивых куколок мы достали. У каждой из них мняшная прическа. Каждая куколка пахнет как-то по-особенному. Давайте их понюхаем. Это пахнет каким-то виноградным лимонадом. А это пахнет лимоном и апельсином. А это, например, клубникой или малиной. В общем, очень вкусно. Давайте уже скорее откроем рожки. Так, какой бы выбрать? Давайте возьмем вот этот. Опа, вот мы и достали. Какой интересный рожок. Давайте посмотрим, что внутри. Ну-ка. О, ух ты, какая модная куколка. Язык еще и показывает. Ну-ка. Рожок очень приятно мять. Ну-ка. Давайте-ка понюхаем. Пахнет тутти-фрутти. Так, давайте распакуем следующего. Так, посмотрим. Пахнет чем-то фруктовым. Вкусно. Давайте посмотрим, что внутри. Ух ты, какая яркая кукла. Она мне очень нравится. Класс. С голубыми глазками и с такой яркой прической. Ну-ка, поставим ее рядом. Давайте распакуем еще один рожок. Так, давайте возьмем вот этот. Такс, давайте понюхаем рожок. Пахнет лимонами. Давайте достанем.
Опа, какая милая девочка. Такая прическа у нее красивая. Какая она классная. Поставим ее сюда, рядом со всеми. Ребята, вы бы хотели попробовать мороженки Squishy Style? Если да, то пишите в комментариях. Подписывайся на наш канал и ставь лайк этому видео. Ну а мы с тобой прощаемся до следующего ролика. Пока! Поиграй-ка! Всем привет, друзья! С вами Ева, и вы на канале Поиграй-ка. Смотрите-ка, что у меня есть. Это куклы Блум. Они нарисованы на коробке, но какая именно тебе попадется, неизвестно. Так что давайте скорее раскроем эту баночку и посмотрим, что там внутри. Так. Ой. Так, я тут нашла лейку. Инструкцию. И вот сама баночка. Ну-ка. Это наклейки, которыми можно оформить домик нашей куклы. Что же с этим делать? Давайте посмотрим в инструкцию. А, тут написано полить ее водой. Ух, сейчас будет. Ой. Так, смотрите, тут у нас что-то появляется. Смотрите. Ничего себе! Так. Ой, ой, ой. Ух ты, это же наша кукла. Класс. Смотрите, какая у нее классная прическа. Ее можно мять. Она сама такая красивая. У нее такие волосы, такая смуглая кожа. Красотка. Такс, поставим ее сюда. И посмотрим, осталось ли там что-нибудь еще. Да, там и вправду что-то еще есть. Что ж, следующим пунктом надо разделить вот так вот эту баночку и посмотреть, что же там находится. Ух ты! Там правда что-то есть. Ну-ка, как же это достать? Убираем. Вау, смотрите. Это кофточка для нашей куклы. Это ее шорты. А внизу спрятаны ее ботиночки. Дальше у нас есть еще один отсек, который мы сейчас откроем. Такс, а там есть звездочка. Давайте оденем нашу куклу.
Вот такая вот куколка у нас получилась. Теперь давайте оформим ее домик. В этом нам помогут наклейки, которые также шли в наборе. Вот они. Так, давайте сначала наклеим гирлянду. Гирлянду я наклеила вот сюда. Далее я наклею совместную фотографию нашей куклы с подружкой. Далее я наклею ей сюда какое-нибудь растение. Потом давайте наклеим ей цветочек. Вот такую вот доску с бабочкой. И последняя наклейка – это растение. Готово. Мы наклеили наклейки. Давайте посмотрим, может, что-нибудь внутри осталось. Так. Тут есть шкафчик со знаком вопроса, который мы еще не открывали. Что же там? Давайте проверим. Ну-ка. Смотрите. Там сумочка для нашей куколки. Давайте положим ее рядом с ней. Оп. Ну что ж, откроем следующий горшочек. Так. Вау, а этот горшочек золотой. Давайте его откроем. Так. Ой, в прошлый раз мы сделали не совсем правильно. Сначала нужно набрать воду в крышечку, а потом уже отсюда в резиновую специальную леечку. Так, набираем воду. Готово. Теперь можно полить горшок. Так, наклейки. Вау! О, ух ты! Вы когда-нибудь такое видели? Я лично нет. Так. Оп. Вау. Что это? Это похоже на мороженое. Может быть, это прическа нашей куклы? Но где она сама? Давайте поищем. Так, ой. Я ее вижу. Ну-ка. А вот и она сама. Давайте оденем на нее ее прическу. Вот. Готово. Теперь давайте достанем сюрпризы. Открываем. Опа. Так, это мы вынимаем. И распаковываем, что же у нас там внутри. О, смотрите, это одежда для нашей куклы. Тут есть ботиночки. Потом юбка. И майка. Дальше. Смотрите, какой красивый блестящий кексик. Положим его сюда. И откроем, что же у нас там в тайной секретной коробочке. Вот такая вот нежная пастельная сумочка. Так, давайте оденем нашу куклу.
Так. Я ее уже почти одела. Сумка. И готова. А сейчас мы будем наклеивать наклейки. Только в этот раз мы их будем наклеивать внутри. Так. Наклейку Муа мы наклеим вот сюда. Потом наклейку с подружкой нашей куклы мы наклеим, например, вот сюда. Гирлянду мы наклеим сюда. Морскую звездочку давайте наклеим куда-нибудь сбоку. Так, растение пониже. Так, цветочек давайте вот сюда. И последний у нас осталась табличка с пчелкой. Опа, получилось. Теперь у нашей куколки красивый домик. Вот такие вот необычные куколки-цветочки, у которых вместо бутонов мороженое. Это куколки Блум. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал и пишите комментарии. Ну а мы с вами прощаемся до следующего ролика. Пока-пока! Малыш, тебе понравилось? Здорово! Тогда нажимай на картинку на экране и смотри дальше.